Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну а прямо сейчас самое выгодное предложение дня нашей черной пятницы, нашей большой распродажи. Обратите внимание, самые дорогие, самые красивые, самые роскошные шторы. Радостное событие сегодня врывается в каждый дом и перевоплощает его в настоящий дворец. Тем более, что, Юля, вот это же эти шторы, которые за 10 минут были проданы в количестве 3000 комплектов. Востребованное предложение нашим телезрителям. Да, Лена, я помню, как мы запускали роскошную эксклюзивную коллекцию бархата. Это дворы, действительно был огромный отклик. Это что-то необычное, это действительно интересное украшение для дома. Вензель, парящий в воздухе, эффект витража, ну из ткани, благородство интерьера, игра света тени, благородный, роскошный дворе. С французским шиком украшаем сегодня свой интерьер. И я думаю, перед Новым годом это то, что нужно всем нашим детям. Конечно, тем более, что сегодня, выбирая для себя шторы, радостное событие, и забирая любой другой товар из нашего дня, вы получаете еще и бесплатно доставку на все. Вот я смотрю сейчас на шторы и вспоминаю сразу свою подругу Анну. У нее всегда дома новинки текстиля. Вот приходишь к ней, как будто, знаете, на экскурсию. Всегда у нее новые шторы, новый плед. Откуда она это берет? И как вообще узнать, что модно будет в новом 2019 году? Леночка, ну, если мы говорим о бархате, он моден всегда. Это предмет роскоши. Еще со времен Людовиков украшены были все дворцы, фамильные замки, всегда роскошным деваре. Но наша коллекция отличается, и это новинка. Деваре украшены серебряной нитью. В этом отличительная особенность, потому что перед Новым годом хотелось чего-то совершенно необыкновенного. Да. Он сам по себе бархат уже очень красив, очень торжественно переливается его зеркальная фактура. Но здесь еще искриночки, будто снежинки. Очень красивый нити люрекса. Это модная тенденция 2019 года. Это роскошный бархат деваре. Но только сегодня вы получаете его по уникальной цене. Ваша экономия составляет 1800 рублей. Сразу две портьеры, готовое решение 2999 рублей и бесплатная доставка. Добавляете ли вы любой другой товар из нашего любого дня? Тем более, что у нас есть несколько расцветок. Потрясающая эксклюзивная авторская коллекция с французским шиком бархата деваре. Золото. Радостное событие в золоте. Сейчас на вашем экране мы знакомимся с палитрой оттенков. Сразу подчеркну, что она пастельная, классическая. Отличается только тонами портьер. То есть вы выберете просто, что вам по душе. Золотой – это ваше солнышко в интерьере. Бежевый цвет, зефирный, смолочный. Да. Да, даже серебристый такой цвет. Он будет зрительно увеличивать пространство вашей комнаты. Коричневый, который сегодня, ну, отличается от всех, особенно выраженным кружевным узором. Светло-коричневый, чуть мягче на один полутон, и уже вы попадаете в десяточку. Все оттенки отлично вписываются. Слушай, в классическую обстановку. Юль, я хочу сказать, что забирают сразу по несколько оттенков в корзину, потому что, во-первых, это бесплатная доставка от суммы заказа 4990 рублей, а если вы к нашему радостному событию добавляете тюль, например, уютная классика или любой другой товар из нашего дня, то вы получаете бесплатную доставку на все. Успевайте дозвониться и успевайте сделать свой заказ и успевайте преобразить свой дом. Вы знаете, сразу хочу спросить, легкие шторы, красивые, воздушные, они действительно улегчают наш интерьер, но будут ли они просвечивать? Вот что я хотела Хороший спросить. Вопрос, который, Лена, поступает из колл-центра, и ты тоже его задаешь. Давайте мы сделаем на этом акцент. Сразу скажу о плотности портьер, как о важном факторе при выборе вообще штор. Потому что кто-то будет выбирать в гостиную, кто-то будет выбирать в спальню. Смотрите, как сконструирована ткань. Бархатные элементы – это ворсовое полотно, настоящий плетеный бархат. Как делают деваре? Из сплошного бархата специальным кремом убирают по шаблону, придуманному дизайнером, лишний бархат, и получается вот такой красивый кружевной вензель. Всех вопрос возникает по поводу полупрозрачных элементов. Как они будут в интерьере работать? Дело в том, что это уплотненная ткань. Я даже подергаю, видите, вот эти именно матовые отрезки. Они с жаккардовым плетением, они очень красиво разбивают свет. И нет прямого солнечного луча, поэтому можно, особенно с тюлем, хорошо, да, многослойка, да, пойдет и в спальню. Слушай, а вот я хотела спросить, я живу на первом этаже. Я, например, вижу, что творится на улице.
улице. Так что же, получается, и меня будет видно тоже? Нет, Леночка, через такие портьеры, кстати, очень красиво выглядит рисунок за окном. Падающий снежок, гуляющие люди, деревья. Но при этом с уличной стороны вас видно не будет. Работает эффект зеркала за счет плетения, специальной плотности бархата двора. А значит, вы всегда защищены, а значит, в вашем доме всегда порядок, чистота, красота, роскошь. И при этом вас не видно с улицы. Это уникальная технология бархата дворы. И только сегодня по спеццене 2999 рублей. Вообще, моя подруга однажды решила, одна Наташа, сшить себе дорогие бархатные шторы. Отправилась в салон, и ей там насчитали 15 тысяч рублей. Да, бархат дворы во всем мире ценится. Он действительно стоит очень дорого, но сегодня специальная наша цена. Но я вот походила по магазинам и подобрала для вас обычный бархат. Сплошной, не кружевной, не дворы. И мы уже с вами видим 10 тысяч рублей, 12 тысяч рублей. Сегодня вас призываю тоже, как эксперт, не переплачивать. Мы работаем напрямую с производителем. Мы эту коллекцию делали специально к Новому году, для того, чтобы вы смогли роскошную фактуру Деваре позволить себе по приемлемой цене, Леночка, вам 2299 рублей сразу за две портьеры. И вот прямо сейчас, знаете, я окунаюсь в сказку. Вспомните наш любимый сериал «Великолепный век». Точно. Как Хюрем заходила в покое султана Сулеймана. Вот действительно, я сейчас в сказку попадаю, когда гляжу на эту красоту. Восточный дворец. Да, Лена, бархат Деваре украшает фамильные английские замки, дворцы Людовиков, Венецианский палаццо. Лучшие архитектурные здания всегда украшены бархатом. Со времен еще 770 лет прошло, когда в Европу приехал бархат с Востока. И вот сколько веков он является предметом роскоши, всегда поднимает статус интерьера, преображает сразу блеск, роскошь. И при этом в вашей экономии 1800 рублей вы экономите сегодня. И это еще не все. Добираю любое предложение к нашему спецпредложению дня. Вы получите бесплатную доставку. Звоните прямо сейчас, мы работаем без предоплат. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про практичность этой красоты. Вдруг постирать не нужно будет ее. Кроме того, что бархат Деваре эстетически одна из самых привлекательных тканей, за счет современных материалов, полиэфирных волокон, вискозные нити и нити люрекса, это полотно еще и очень прочное, с мягким эластичным эффектом, не теряющие формы, не теряющие своей геометрии. Mm-hmm. Очень легко ухаживать. 30 градусов температурный режим стирки, и ваш интерьер всегда как с обложки журнала. Если вы хотите, чтобы ваш стиль был индивидуальным, выбирайте модную, торжественную, историческую классику вместе с бархатом Деваре. Радостные события обеспечены перед Новым годом вместе с роскошным специальным предложением. Хотите жить так, как во дворце, да? Выбирайте наши. Ну и, конечно, выбирайте еще и подхваты, чтобы сделать свой интерьер по-настоящему волшебным и королевским.